В Алматы открыли свыше 600 участков голосования. В списках избирателей на выборах депутатов Мажилиса, парламента и маслихатов значится свыше 1 200 000 человек. На одном из пунктов голосования работает наш корреспондент Гафу Уали. Гафу, приветствую. Вам слово. Приветствую вас, Динара. Да, я сейчас нахожусь на избирательном участке номер 372. Это гимназия номер 159. Мы в центре города, это Медеуский район. Несмотря на раннее время и достаточно прохладную по меркам алматинцев погоду, люди постепенно приходят и голосуют. Здесь зарегистрировано порядка 1944 избирателя. К данному часу проголосовали порядка 16 человек. Самый первый проголосовавший, кстати, вручили коробку шоколад. Такими же подарками будут поощрены еще 11 избирателей этого участка. Среди них именинники, юбиляры и граждане, которые впервые проголосуют. Также стоит отметить, что к данному часу никаких нарушений не было выявлено. Будем надеяться, что так будет и впредь. Напомню, что всем алматинским избирателям дают по 4 бюллетеня. В территориальной избирательной комиссии, кстати, отметили, что все алматинские избирательные участки оснащены достаточным количеством кабинок для голосования, мебелью, оргтехникой и канцелярскими принадлежностями. Также созданы все комфортные условия для лиц с инвалидностью. Также подготовлены аудиоматериалы и трафареты для слабовидящих избирателей. В принципе, это вся информация к данному часу. В течение дня мы уже из других избирательных участков будем вам рассказывать о том, как проходят выборы и как голосуют в Алматы. Динара, тебе слово. Спасибо, Гафу. Будем ждать от вас информации. На прямой связи со студией был наш корреспондент Гафу Уали из Алматы.